Шоу-бизнес, самый беспощадный шоу-бизнес в мире. Только у нас можно начать петь в 15, а в 16 лет быть уволенной за непристойное поведение. Так оно произошло в стране с Витей Лерой. Это же вообще беспрецедентно заключить, ну, в нашем варианте, да? Потому что если опять-таки рассматривать за границу, то у них это такое явление рядового. Ну, сначала, еще до непристойного поведения, она успела побыть хорошей девочкой. Окончила музыкальный школу, попала барабанщицей в группу «Ранетки», ударно прославилась и также ударно все потеряла. Все, что она хотела в музыке получить, она получила, но действительно это так. Еще в составе группы «Ранетки» Лера Козлова начала встречаться с продюсером коллектива Сергеем Мельниченко и вообще практически под венец с ним шла. Но в какой-то момент жених почувствовал себя обманутым и прогнал неверную невесту в лонг коллектив. Я помню, когда это все случилось, мы как раз оказались в эпицентре, потому что писали об этом очень много. И я помню, на тот момент очень большие баталии были эту историю. Вот, судебники это разбирать. Я даже запутался. Маленькая девочка, подросточек, еще не достигшая своего совершеннолетия полного, вдруг становится мега популярной. У Леры, собственно, действительно, даже всех девчонок ранее, у нее действительно была невероятная харизма. То есть ее лицо всегда притягивает внимание больше, чем у всех остальных. Выгнанная артистка Козлова сначала погрустилась и попала в ряды сотрудников украинского лейбла «Кружева Мьюзик». Ну что греха таить? Лера себя нормально чувствует, без продюсера. Да у нее все в порядке. Может быть, сейчас как бы несколько дает свои позиции, да, но я неуверенно просто наберет, просто накапливает потенциал. Мне-то за пару лет три псевдонима от Леры Козловой, минуя просто Леру и остановившись на Лере, артистка Козлова сняла за 2010 год три клипа и решила завязать шоу-бизнес, объяснив это решение элементарной усталостью. Устал, конечно, понимаем, всяко разы ей сочувствуем и отправляем ее на вторую строчку нашего сегодняшнего хит-парада.